Друзья, добро пожаловать на канал «Такие дела». Сегодня мы поиграем в игру под названием «Рождественское безделье». Ну что ж, поехали посмотрим, с чего эта игра слеплена. Так, что нам нужно сделать? Нам, наверное, нужен носок. Что нам нужно сделать с носком? И надо в носок собирать звездочки. Боже мой, почему рождественское безделье? Наверное, потому что мы занимаемся рождественским бездельем. Почему рождественским? У нас Новый год, не Рождество. Да, дурацкая американская вот эта вот фигня. Ладно. Да, очищено. Готово, мы забрали все подарки носком. Так, давай дальше-то. О, хорошо. Я очень извиняюсь. Что ты? Ладно, окей. Так, значит, сохранить. Давайте сохраним. Не надо, это PNG, надо сохранить скриншот. Не хочу сохранить скриншот. Реплей. Старт. Я хочу выбрать что-то. Это. А, здесь надо развешивать подарочки. Отлично. Так, значит, вот сюда. Носочек сюда, эту хрень сюда, вот этот подарок сюда. Господи, как они тут крепятся, непонятно. Но ладно. Да не важно, печенюку сюда и отсюда. Очищено. Так, а ничего собрать мы не можем? Что такое? Опять он будет негодовать. За что? Мы развесили подарки. Ладно, продолжаем. Носок мы брали, а это что такое? Что нужно сделать? Что нужно сделать шариком? Надо стрелять по Деду Морозу! Стоп, мы почти убили его. Так, оп, 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 оп. Хорошо, хорошо, стреляй. Все, мы уничтожили Деда Мороза, и теперь он не сможет доставить подарки. Отлично. I'm so sorry. О, жесть какая. Так, ну что, теперь носочки надо. В носочки надо класть подарочки. Или подарочки в носочки. Так, берем вот этот носочек, берем вот этот подарочек. Бац, эта девчушка довольна. Теперь нужно брать такой подарочек. И она хочет зеленую. А, давайте не положим зеленую хрень. Положим вот это. Черт, что не клади, все правильно. Я хочу себе вот так вот положить. Так не получится, черт. Ну ладно. Так, подожди, девчушка, я ж тебе не доклал подарок. О, отлично. Что? Почему? Почему? И почему эти игры для девочек написаны? Они прикольные. Боже мой, мы можем обрить его. Ну, обрей его, нос отрежь. Так, как нам его отстричь-то? О, о. Так, хорошо. Стриги, 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 стриги. Ей. Но только не говорите, что он недоволен тем, что мы ему сделали новую прическу. Почему он? Немножко непонятно. Ну ладно, реплей. Так, начинаем новую игру. И теперь нам нужно сделать маникюр рождественский. Боже мой, фу-фу-фу. Ну ладно, давайте, поехали. Так, это этот ноготь, вот эту хрень надо. Ну хорошо, я этим занимаюсь. Ладно, ладно, проехали. Так, что еще надо сделать? Я ему не могу накрасить так, как я хочу, нет? Жаль, на то бы я накрасил пальцы. Так, это сюда, подожди, Санта, я не сделал еще маникюр. А, ладно, реплей. Давайте посмотрим, какие еще игры тут нам предлагают. Вот что-то вот с этим духе, нам надо красить губы, боже мой, фу-фу-фу. Это где здесь надо красить-то? Что красить, как? Как, я не умею красить губы. Что красить-то вообще? Глаза, нос, щеки. Я не умею красить губы. Нет. О, черт, ну ладно. В общем, вот такая вот у нас достаточно забавная предновогодняя неделя, друзья. Пипец, короче. Не знаю, меня это радует. Ладно, в общем, подписывайтесь, ставьте лайки. Будет много всего интересного. И сегодня ждите еще парочку забавных игр. Такие дела.